это наша первая акция. Мы занимаемся мы этим уже кто 7 лет, кто 8. У нас трое человек. Я уже несколько лет подбираю животных, щенков, раздаю их через видото, через зеленый базар. Приют это минимум еще 2-3 года, даже если уже есть проект, его построят. Это минимум 3 года уйдет на строительство. Мы планируем купить буст через, за деньги спонсора, привлечь людей, оборудовать его под стерилизатор, выезжать во двор, где есть же в каждом дворе волонтер, люди, которые смотрят за собаками, стерилизовать и оставлять. Меня зовут Лидия Федоровна Дудко. Я преподаватель английского языка. Работаю сейчас в школе-интернат на Виниченко. Вы знаете, я когда пришла работать, это 4 года тому назад, там было 13 собак. Они были в ужасном состоянии, я была тоже в ужасном состоянии, потому что я знала, что в любую минуту могут приехать или расстрелять. И мы начали искать, думать, как же нам поступить. Ну, я связалась, у меня большой круг любителей животных, которые защищают животных. И мы всеми усилиями определили этих собак, кто в дом взял. Маленьких отнесли на базар, подарили в хорошие руки. Ну и вот так вот оставили, у нас сейчас на данный момент где-то 4. Ну, 4 мы с 4 справляемся. Я очень люблю собак, поэтому пришла сюда. Мне их очень жалко, они ничем не могут. Думаю, что люди поступают неправильно, что убивают собак, потому что мы их очень любим. Они очень хорошие, они ни в чем не виноваты. А как считаешь, как нужно поступать? Я думаю, что нужно строить какие-то, ну, что-то для них, притулки, чтобы, ну, кормили их. Я тебя хоть потрогаю.